Майка игрока под номером 13 достается волейболистке Елизавете Котовой. Чемпионка Европы молодежной сборной в новом сезоне играет за Заречье Одинцова. Ее коллеги по сборной команде страны также в рядах Одинцовского клуба. Это Дарья Рысева, Виктория Русу, Оксана Якушина. По традиции, перед началом нового игрового сезона тренер Заречья Вадим Панков представляет команду. Новичками заречных назвать сложно. Таким составом подмосковные волейболистки в прошлом году штурмовали чемпионат России. У нас практически, вы видели, сегодня только 4 новеньких игрока. Остальной костяк в основном у нас сохранился. Мы потеряли ведущего игрока, это Ирину Воронкову, которая перешла в «Динамо Казань». Но надеемся, что действительно молодые игроки смогут достойно ее заменить. Волейбольный центр Московской области работает в тесной связи с Подмосковной Федерацией. Ее президент Игорь Наумов подчеркнул, что волейболу нужна поддержка, в том числе зрителей. Настал черед вопросов о планах на сезон, о предстоящем чемпионате и о возможной перспективе для Вадима Панкова возглавить национальную женскую сборную. Но главное, болельщиков интересовали шансы команды войти в пятерку лидеров чемпионата России. Желательно попасть в кубки, это пятерка в минимум, это нормальное решение. Но если в четверку, это максимум задача в финале четверку попасть и бороться за медали. Это очень сложно, я еще раз повторю, потому что Воронкова, допустим, она уже в конце сезона выдавала хорошие игры, там набирала по 30, по 32 очка. Это практически один игрок, полторы партии выигрывала, это сами понимаете. Сейчас таких игроков нет, но я надеюсь на Ерошек, я надеюсь на первые темпы, на связующих, на Малыгину в первую очередь, которая должна прибавлять и уже набирать, и вставать, как говорится, не основным игроком, не просто участвовать, а набирать много очков и как можно больше. Вот эта перестройка сейчас идет, конечно, новые игроки вливаются, но тем не менее мы ставим задачу максимум. Как получится, посмотрим. На встрече болельщикам представили капитана Алину Ероши, которая выступает в молодежной команде «Заречья» с 2011 года. Находясь в высшей лиге Б столичного луча, волейболистка играла за основной состав молодежной сборной страны. Я думаю, то, что вся молодежь, которая есть в России, мечтает попасть именно к Вадиму Анатольевичу, потому что Вадим Анатольевич, один из лучших тренеров, особенно тренеров, которые работают с молодежью сейчас. В завершении официальной части поклонники волейбола могли лично пообщаться с каждым игроком и тренером, сделать фотографию на память. Первую домашнюю встречу чемпионата России Заречье Одинцова проведет 11 октября во вторник с «Протоном» из Саратова. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».